У нас представлены шедевры, открытые заново работы, впервые появляющиеся на торгах. Саврасов был родоначальником русского лирического пейзажа, и после него этот термин закрепился. Пейзаж «Вид Волги близ Юрьевца» написано в расцвет творчества художника, одно из наиболее значимых произведений Саврасова. В центре композиции мы видим Бурлаков. В этот период социальных реформ, потрясений в России многие выдающиеся художники обращались к теме Бурлаков. Бурлаки являются воплощением всего народа и часто изображались на полотнах художников того времени. Если у Репина это сопротивление, напряжение и протест, то у Саврасова они являются частью пейзажа, частью большого раздольного русского пейзажа. «Вечер в Каире» кисти Ивана Айвазовского – это очень редкий сюжет. Айвазовский написал работу год спустя после посещения открытия Суэцкого канала. Художник много путешествовал, но в Египте был только раз, и осталось немного работ этого периода. «Вечер в Каире» – выдающееся полотно, открытое заново. Мы видим панорамный вид Каира, отображающий пейзаж фотографической точностью. И девушек в традиционных костюмах. Работа является одним из лучших образцов русского ориентализма. Она экспонировалась в Москве в 1950 году и с тех пор находилась в частных собраниях и представляется широкой публике впервые. Боровиковский воплощал новые идеалы 18-го столетия, идеалы просвещенных дворян. Этот портрет был абсолютно неизвестен исследователям до того, как он появился на Сотбис в 1995 году. Известны другие портреты семьи Новосельцевых, Екатерины Александровны Новосельцевой, ее мужа Петра Ивановича Новосельцева, представленные в русских музеях. Портреты такого уровня конца 18-го, начала 19 века очень редко появляются на аукционах, потому что в основном они находятся в музейных собраниях. Русские торги в Лондоне дают возможность коллекционерам увидеть и приобрести шедевры живописи 19 века –